Сладкие сюрпризы и веселое настроение подарили детям организаторы праздника. Такие мероприятия в течение всего летнего периода будут проводиться чаще. Мы организовывали уже такое мероприятие в начале июня месяца, где было тоже большое количество деток. И на фоне этого Варьков Андрей Георгиевич принял решение организовать еще одно детское мероприятие, так как на сегодняшний день наши детки не все имеют возможность выезжать за границу, даже в лагеря по месту. Поэтому было принято решение организовать детский праздник, посвященный детям. Клоуны, сказочные персонажи провели для детей конкурсы, танцевальные флешмобы, а также дети смогли показать свои знания в математике, ловкости метания. Все получили от организаторов сладкие призы. Дети отметили, что они рады принять участие в празднике и получить заряд хорошего настроения. Сегодня я пришла в центр. Я очень рада, что сегодня праздник. Мы будем играть, веселиться. Сегодня пришли на детский праздник, чтобы немножко отдохнуть. Мы сегодня пришли на этот праздник, где мультяшные клоуны. И мы сегодня очень рады. Для нас проводятся конкурсы, и мы участвуем в них. Сегодня у нас и клоун, и надо вот так вот бросать. Очень интересно еще. Нравится конкурс, и я сегодня пришла на детский праздник. Родители отметили, что не у многих есть возможность отдохнуть с детьми из-за плотного рабочего графика, поэтому такие мероприятия будут полезны ребятам. Очень хорошо, что для детей проводятся такие праздники, когда детям есть чем заняться, а не просто сидеть в квартирах в такую жару. Спасибо большое за такую возможность. На лицах детей сегодня улыбки, радости. Они участвуют с удовольствием большим в конкурсах. Очень ждут призы и все в первых рядах на конкурсы. Конечно, рады, что хотя бы какие-то мероприятия, развлечения для детей есть. И им весело, и родителям приятно, и немножко спокойствия. Наши дети отдыхают, и мы благодарим, что вот все детки собрались, и есть такие конкурсы, что наши дети за это лето хоть что-нибудь видят. Более 50 детей веселой компании героев мультфильмов и клоуна провели весело время и получили заряд энергии на целую неделю. Зинаида Канцер, Влад Табачук, Алексей Герчук, РТ Новости.